Добрый день, уважаемые господа. Мы сейчас находимся с вами на территории завода ЗПА «Печки», завод промышленной автоматики, который входит в состав ЗПА «Групп» и является основным головным предприятием. В данное время здесь располагается три производства. Первое производство и основное производство – это производство электроприводов для запорной и регулирующей арматуры. Второе производство – это обработка листового металла и производство щитовых шкафов. И третье производство – это воздуходувки РУЦА. Завод ЗПА «Печки» еще свое начало берет с конца 19 века. Здесь было организовано в начале предприятие по производству сельскохозяйственных машин, а потом постепенно перешло в сферу машиностроения, и начиная с 50-х годов мы производим здесь электроприводы. Сейчас мы с вами находимся в заготовительном цеху, то есть здесь, где располагаются основные компоненты заготовки, литье, тычи железные и так далее, листовой металл, то есть который потом уже идет в производство. Электроприводы у нас средние сроки поставки мы осуществляем в течение 4-6 месяцев. То есть электроприводы у нас делятся по назначению, как общепромышленные, так и для специального исполнения, как взрывозащищенного исполнения, так и для атомной энергетики. Два последних вот этих наименования подвергаются очень строгому входному контролю. Предприятие, как я уже сказал, было основано в конце 19 века. Это здание, в котором мы находимся, было построено примерно в 70-х годах. А сейчас это предприятие является акционерным обществом, где имеется один собственник, который имеет 100% акций этого предприятия. И каждый год происходит отчисление на реконструкцию как строения, так и машиностроительного парка. До этого на предприятии еще при социализме работало примерно 2000 работников. В настоящее время у нас работает 280 человек. Это достигнуто в основном за счет того, что происходит модернизация. То есть у нас сейчас нету в нормальном понимании обычных станков. То есть у нас вся обработка, металлообработка происходит на пятиосевых центрах и токарных станках с цифровым управлением.